Каждый вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой милый друг. Если ты от жизни своей устал, мой сладкий друг. Может быть, заглянешь, а может не заглянешь, как захочешь, мой милый друг. Здесь сияют витрины, здесь всегда полный зал. Здесь красотки танцуют, если доллар ей дал. Пахлава и кебабы, здесь всегда высший класс. Здесь девчонки целуют, даже если намаз. Здесь всегда зажигает наш турецкий квартал. Красота, какая волосатая женщина красивая. Добрый вечер, это турецкий квартас, как у нас говорят в Турции. Слава гаремам, гаремам слава. Добрый вечер. Это турецкий квартас на канале Алтын плюс Алтын. И сразу будет острая политическая реприза. Итак, внимание. Эрдоган, усатый таракан. Вы думаете, нас посадят? Максимум, что сделают? 300 плитей. Вот такой вот острый юмор. Давайте поаплодируем. Взрыв аплодисментов. Итак, что будет сегодня? Небольшая такая звездная менюшка. Сегодня будет выступать очень много звезд. Будет Наташа Могилевская, Наташа Кароль. Потом будет Наташа, самая красивая Наташа по версии турецкого журнала. Наташа Полякова. Потом будет, значит, такая выступать Наташа, которая до этого был Наташ. Потом отрезала себе маленький Наташик, и теперь Наташа. Наташа Апрель. Господи, прости, это при том, что я мусульманин, все. А сейчас, дорогие друзья, встречайте, большая звезда такая, знаете, у нас всегда авторская страничка. Итак, такой, знаете, высокий такой автор, его зовут Валикир. Стамбульский шакал! Ассаламу алейкум, алейкум ассалам! Всем привет от нашего швейного цеха, нашего турецкого квартаза. А сейчас, как говорит Юрий Витальевич Луценко в кабинете Холодницкого, давайте послушаем «Аквариум». Да, сейчас группа «Аквариум», песня красивая, хорошая. А да, поехали. В животе были проблемы, Долман не пошел глубоко, а нужное место для этой темы находилось, увы, далеко. Кто виноват, кюфта, кебаб или хинкали? И шепнул мне мудрец, что во всем виноват чебурек из Анталии. Спасибо! Что, спасибо? Давай доллар. На доллар тебе. Красавчик. Итак, сейчас очень интересная миниатюра, очень интеллектуальная миниатюра. Называется «Влад Яма», пожалуйста. Влад! Поняли юмор? Он Влад, это Яма. Потрясающий юмор. Сейчас, дорогие друзья, у нас такая постоянная рубрика, которая называется «Новости». Вы знаете, что такое новости, да? Там всегда в начале звучит такой джингл, знаете, да? Лебеди, лебеди, на разные вам вебели, на тумбочку, на лампочку и на кровати лебеди. Вы хотели слоника, мы скрутили вам лебедев. Красиво, Билл. Хорошо, молодец. Новости. Салам алейкум, новости нашего квартаза. Салам алейкум, начнем с нехороших новостей. Ай. Отменились концерты известной певицы Кати Лель, потому что Катя Лель заболел. А грустная новость. Немножко рекламы в вечернем квартазе. Гюзель, я твой мама и сестра любил. Золотый век, то величит мое кохание. Молодец. Красиво. Теперь реклама чая. Давай. Пейте чай. Это была реклама чая. Потрясающе. Пейте чай. Непосредственно к новостям. Сегодня президент Турции Эрджеп Эрдоган. И завтра президент Турции Эрджеп Эрдоган. И послезавтра, и после, и всегда президент Турции Эрджеп Эрдоган. Острая политическая, будет 300 плитей вам. Зато смешно было, конечно. Дорогие друзья, сейчас в турецком квартазе объявление. Уважаемые друзья, если вы хотите приобрести билет на наш концерт, пожалуйста, обращайтесь к администратору, у которого вы каждый вечер покупаете гашиш. Да. Если вдруг вам не досталось билетов, ничего страшного, мы пускаем в зал и по гашишу. А сейчас, внимание, очень тонкая миниатюра. Вы помните, да, как украинцы писали письмо турецкому султану? Это наоборот. Итак, турецкий персонал пишет письмо украинскому туристу. Пожалуйста. Спасибо. Все, мы сели, уходи, уходи.
Бармен здесь? Здесь. Кальянщик? На месте. Горничная? Не беспокоить. Хорошо. Пишем письмо украинскому туристу. Давай. На, начать надо как-то уважительно. Очень. Уважительно, начинай. Значит, пиши. Угу. Уродский ты козел. Это уважительно? Это очень уважительно. Меня каждое утро так называют. Говорят, это еще комплимент. Да. Хорошо. Пиши. Салям алейкум, уродский ты козел. Хорошо. Перестаньте забирать белые полотенца, белые халаты, белые тапочки. Нам тупо нечем вам показать, что мы сдаемся. Мы? А кто мы? Мы, жители некогда цветущего Белека. Ага. Хотим вам сказать, что аттракционы называются детские не потому, что вам на них будет весело, как в детстве, а потому, что в них помещаются только дети. А, молодец, хорошо сказал. Дальше пишу. Дорогоценный наш любимый тварь. Отлично, хорошо. Мы запрещаем вам ездить на экскурсии в наши памятники архитектуры. Вы не понимаете красоту античных статуй. Не надо жвачками увеличивать то, что художник задумал, как малое. И допиши. Медуза тебе в плавке. А, хорошо. Так, но не все вы такие. Да, не все такие, да. Один мужчина пришел на ужин в одних плавках. Так. Я ему говорю, слушайте, мужчина, ну нельзя в плавках. Ага. А он такой, послушайте, плавки снял и так пошел, понимаешь, на ужин. Воспитанный мужчина, который берет, красавчик. Кто еще хочет сказать? А никто не хочет сказать, петь будем. Ты кто? Это наш аниматор, народный акин Ахмед. А, понял, записываю. Пой давай, Ахмед. В этой песне Ахмед поет о том, что в своей прошлой жизни он испытал много горя и лишений. Ага. Но лишь только когда познал наших туристов, он понял, что то были дни радости и веселья. Ахмеда мучили туристы из Одессы и Житомира, ага. Из Киева и Львова. Ага. За это время Ахмед смеялся всего один раз, когда наш турист приставил к нему пистолет и сказал: смейся. А сейчас Ахмед вспомнил, как один наш турист сделал малый нужда в бассейн. А поскольку это очень важный турист и знаменитый, а Ахмед воспитанный и деликатный, он не может назвать его имя. Сейчас Ахмед вспомнил тот случай, когда он случайно уснул на пляже, и к нему в трусы заползла Оксана. Ага. И он 7 дней и 6 ночей был в сексуальном рабстве у пенсионерки из Житомира Оксаны Ивановны. Ага. Сейчас Ахмед поет о своих родителях. Они, кстати, тоже были аниматорами. Они прожили долгую и счастливую жизнь и умерли, как в сказке, в один день, в день ВДВ. А сейчас Ахмед благодарит Аллаха за то, что тот создал такие месяцы, как январь, февраль и декабрь, когда нет наших туристов, и Ахмед успевает весь зажить. Хватит петь, Ахмед. Ахмед, все? Все. Хорошо. Хорошо, молодец, Ахмед. Давай. Пиши дальше. Пишу, слушай, что не видишь. Значит, пишу наши требования. Давай. Мы требуем уважения к нашей нации. Да. Мы турки. Да, мы турки. Не полуарабы. Не вымытые египтяне. Значит, не эти армяне с акцентом. Не загорелые цыгане. Мы турки. И на голове у нас наш национальный головной убор феска называется. Они шапка, как у обезьянки из Аладдина. Молодец, хорошо сказал. И последнее. Дорогие туристы. С нетерпением ждем вас в следующем году. Будем рады вас снова видеть и слышать, если когда-нибудь снова сможем видеть и слышать. Хорошо, молодой. С уважением от администрации. Все, запечатывай, отправляй. Подожди. Что случилось? Я должен перепроверить. Конечно, надо проверить, конечно. Ахмед, дальше ты. Хорошо. Оу, погоди, я хочу рассказать сначала, как меня 5 дней закормили салом. Гон-гон, самогон, заливаем ночью, а с утра очень красный очи. Оказалось, будь мой гей, намного больней, чем просто гей. Вместо люля получи люлей, позови друзей, одному больней. Эй!
А на пляже нашим ваши, все в накольках, я люблю Наташа. На лопатках ля купола вывалил пузо, открывается турецкий СИЗО. Бабы, кебабы, из горла до дна, вот такая фотка. Бум-бум, один кум научил текила-бум, обзывал рахит лукум. Заставляли мам делать вам хамам, а потом один челок целовал в лоб. Называл его поп и запах милица заставлял креститься. Алло, рум-сервис, долго еще ждать? Доброе утро, два часа дня. Омлет от шефа, аспирин от меня. А вам Наташа с мёдом какаша. Тебя помню, мальчик, теперь ты дёрни пальчик. А тебе Колян на халве кальян. А в халве трава и Колян трава. Тебе дорогая пахлава без ГМО. А тебе, родной, получи письмо. Что сидишь? Теперь давай танцуй! Что смущает тебя? Давай танцуй! Да не стой ты зря! Теперь со мной танцуй! Что смущает тебя? Теперь давай плати! Так было вчера! Теперь давай танцуй! Что сидите зря? Теперь давай, давай! Поднимаемся! И повторяй со мной! Не стесняемся! Руки на грудь! Расслабляемся! Добро пожаловать, зритель наш, на вечерний массаж!